Так, приветствую всех на канале. Ну все, мы приехали в приют. Сейчас выгрузим корм. Спасибо всем, кто поучаствовал. Ну вот у нас получилось 5 мешков по 8 килограмм. Это получается 40 килограмм. Сейчас мы отдадим. Сейчас прогуляемся с вами по приюту. Я покажу, как здесь местные обитатели живут. Тань, что, пошли, поможешь там. Они уже все выглядывают, вас ждут, наверное, конечно, да? Конечно, наш чудовищный, не подходите здесь, а он агрессивный. Привет, честно, привет. Перед камерами, это владитель двери, он агрессивный. Собаки, это вы вот раньше там вот были. Да. Ну, на Шмидта там, да? Да. Мы перевезли оттуда, мы два переезда пережили, ни одной собаки не растеряли, все при нас. Ага, хорошо. Ну и понятное дело, мы за это время, конечно, насобирали по городу еще. Мы не берем просто так, либо жизненная ситуация какая-то очень сложная у собаки, либо травмированная собака, тогда мы можем ее как бы забрать в приют. У нас пока строится, у нас нет свободных вольеров, поэтому, в общем, вот это. Это, а медикаменты, если вам привезти? Да, мы с благодарностью примем. Подписчица с Ленинградской области выслала там около 5 килограмм две посылки. Они как антибиотики придут, всех, да, типов, любого ряда мы используем. У нас разные собаки поступают. Обработки всегда нужны, шприцы, системы. Ага. Все больные собаки, они у меня дома. А вы в городе, да? Да, в городе я живу. У нас нет пока здесь стационара, у меня нет пока теплых помещений, как таковых для больных животных. Поэтому все автоматом попадают ко мне. Привет. Это наши волонтеры, они пока один из вольеров.
Ну, мы тогда попозже с вами созвонимся, хорошо. Как посылки придут, и я вам тогда все это привезу. Давайте. У нас есть персональный вольер. Они пекают один вольер, они сами его поставили, там их подопечные собаки с улицы. Собаки были в опасности, сделали вольер у нас на территории сами своими руками, и поэтому вот они приезжают, кормят, убирают у себя, когда они могут, ну, понятное дело. И есть еще один вольер, там тоже пожилые люди опекают свой вольер, там 5 собак. Ну, и помогают нам, они воду привозят, когда она заканчивается, у нас привозная вот так. Они ремонтируют нам будки, помогают. Кто чем может, да? Да. Понятно. Ну, мы частный приют, не дотационный, у нас нет помощи от государства такового, поэтому все сформы. Все, спасибо за экскурсию. Все, вот такой вот приют здесь. Ну, Светлана здесь заведует, им она спешит, там кормы передали, он там положили все. Наталья Игоревна, будьте уверены, все мы передали. Спасибо всем, кто также принял участие. В конце ролика я всех укажу. Ну а как посылки придут с лекарствами, мы вот со Светланой поговорили. У нее, она сама в городе живет, мы все эти лекарства, так как здесь здоровые собаки, все передадим им. Кто не знает, это вот как въезд города. Что это, Широчанку проехали, заправка Роснефти. Вот он здесь возле очистных сооружений находится этот приют. Ну там не поговоришь, там собаки так шумят. Так что, кто будет желать, и укажу карты Светланы, этой женщины. Будем периодически приезжать сюда. Что мы сейчас, сколько? 5 мешков, 40 килограмм. Грубо, если рассчитывать, порция 250 грамм на сутки, то это хватит на 160 раз покормить одну собаку. Ну так хоть немного, но и то помогли. Все, на этом все. Вон здесь Роснефть, очистные сооружения городские эти, и находится здесь этот приют. Все, всем спасибо, пока. Здесь Чикуня, а я собак там гладил, иди сюда. Вот он, Чикуня, собаками пахнет. Скажи, вечно ты где-то лазишь, от тебя собаками пахнет, да? Пахнет собаками. Да? Пахнет собаками. Да? А? Пахнет собаками, Чикуня. Сейчас будет мне полдня обнюхивать. Давай, доедай сухарики. Доедай. Все, ладно. Всем пока. На этом все. Ты заходи, если что.